Всем привет, дорогие друзья, с вами Грегори, и это 28-я серия второго сезона проекта Год в Майнкрафте. Перед началом данного видео я хочу сделать небольшое объявление, друзья. Начиная с этого дня, 11 октября 2021 года, выпуски проекта Год в Майнкрафте будут выпускаться по новому графику. То есть они будут выходить по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. То есть все дни, кроме среды и выходных дней, то есть, естественно, суббота и воскресенье. Будут также особые случаи, то есть изменения, но эти части, возможно, эти изменения, возможно, будут не столько значительными. Итак, первое обновление, это у нас две новые хрущевки, друзья, уже с полоской крышей. Ну, отличия в интерьере нету, в основном. Единственное, это крыша, то есть здесь плоская, а здесь такая вот, можно сказать, треугольнообразная. Так выглядит хрущевка снаружи, то есть либо лицевая сторона, либо просто передний фасад. В принципе, ничем не отличается, кроме материала, то есть там песчаник, то есть, хотя нет, один и тот же материал, который использован, но добавлен полоски из зеленого бетона. Даже еще одна хрущевка, правда, уже есть, сделана полностью перегаженная в желтую глину или желтую керамику. Также я добавил школу, это уже четвертая по счету, даже небольшая площадка сзади школы, то есть такое, ну, футбольное поле и беговая дорожка. Дальше, друзья. Дальше еще один живой дом, то есть тот же самый, что вот здесь, правда, что и вот тот дом, правда, уже правда, тут там, тут из глазгового песчаника и керамики, а тут полностью тут зеленая керамика и белый, ну короче говоря, кварцевый блок кварца, а тут песчаник. Ну и следующее, друзья, глобальное, друзья, обновление. Это у нас такой вот небольшой жилой комплекс из жилых домов в серии Башни Улуха, друзья. Я давно мечтал это сделать, что-то подобное, друзья, как в реальных городах. И вот, друзья, это свершилось. В принципе, интерьер я давно показывал в одном из выпусков. Те, кто смотрит, тот поймет. Также добавил детские площадки такие вот. То есть всего 5 одноапаратных живых дома и один 6-парадный дом в серии Башни Улуха. Извиняюсь, что меня так лагает, но увы, это исправить не могу. Также я представил магазин, то есть по магазину, тут у нас Пятерочка, Почта России. Магнит, косметика и магнит, аптека, ресторан Идеал и многофункциональный центр «Мои документы». Ну что ж, давайте начнем, так сказать, слева направо. В общем, то вот так выглядит Пятерочка, в принципе, это тоже современное окрас здания, то есть зеленая полоса сверху, темно-серая снизу, вход из серого. Из серой, ну или светло-серого бетона. Тут у нас указан режим работы и дальше Пятерочка, что мы гости кажут. Тут у нас камеры хранения, банкомат. Кассы, хотя тут всего 3, то есть 3 обычные кассы и 3 кассы самообслуживания, друзья. Также полочка, где можно разложить товар по пакетам. Полочки стало, то есть, ну, все как обычно было в Пятерочке, ну, все как обычно в тех магазинах, которые я строю. Отдел замороженной продукции, отдел с обычными товарами, полки, типа, книжные полки, типа, там тоже товары, правда, не знаю, эксклюзив, что ли. Тут у нас служебное помещение, то есть, типа, склад и выезд, и запасной выход, то есть, ну, не знаю, как правильно назвать, но
в принципе, то есть сюда подъезжают газели для разгрузки товаров. Так, следующее обновление почта. Кстати, вот начнем с ней. Продолжим. То есть у нас почтовый индекс. Тут изначально был 201.001, но я сменил на ягуаровский, так сказать, вариант. То есть, типа, 5 нулей, типа, 5 нулей, там, даже 1, 5 нулей 2 и так далее. Вот такой вот у нас просторный коридор. Тут у нас касса, где мы там, то есть сидят работники почты. Тут у нас отдел Почта-банк. Кстати, да, это от тех же энтузиастов от Почты России. Тут у нас банкоматы Почты-банка, сиденье, где можно подождать своей очереди. И, ну, я решил добавить киоск с пресс-газетами Роспечать. Дальше, магнит-косметик. Практически все тоже. Ну, практически все взято с пятерочки, то есть кассы, стандартное самообслуживание, полки с товарами, служебное помещение. Вот. Но я немного выделил для магнит-аптеки. Аптека это магнит. Тут у нас касса, где сидят продавцы, витрины с лекарствами и все. Тут еще один, уже отдельный вход в аптеку. Ресторан «Идеал». Вот самое интересное уже здесь, друзья. Тут надпись, тут такая надпись «Вы «Идеал». Дальше вывеска «Ресторан «Идеал» с 7.00 до 21.00. Режим работы, если что. Тут какая-то огромная кухня. Тут у нас такая длинная такая кухня. Тут все. Печки, холодильники, раковины, зелеварка. В принципе, все, что есть. И все, что нужно. И сиденье. То есть место, где можно просто посидеть, пожрать. Такая забегаловка. И следующее у нас МФЦ «Мои документы». Многофункциональный центр. Тут у нас такие автоматы, где указывается номер очереди. Тут у нас такое там специальное, то есть типа мы выбираем, типа, с какой целью мы сюда пришли. Сиденье, где можно подождать. Кстати, здесь тоже уже установлен газон из листьев тропического дерева. Тут у нас идет стойка информации, то есть справочная. Дальше места, где сидят менеджеры, то есть типа мы типа пришли сюда, ну, по какой-то цели, то есть типа у них могут типа оформление паспорта, водительское удостоверение и так далее. Ну, что обычно бывает, ну, как в многофункциональном центре. И вот здесь дома еще одно пустое место, а потом я выделил там повтор. Тут у нас такая кабинка туалета, у нас унитаз есть, кварцевый стакан, раковина и автоматическая сушилка. Ну и надпись WC, то есть туалет. В общем, друзья, вот такой вышел 28-й выпуск второго сезона проекта «Говорит в Майнкрафте», но если я 5 минут не успел, только меня удержался минут на 10, друзья. Небольшая оговорочка, друзья. В общем, на этом выпуск подходит к концу. Понравилось или нет, решать вам. С вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые. Ставьте лайки, пишите свои идеи, для того, чтобы еще построить, что еще построить в этом городе. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых роликов. Пока.